Пик – домашняя декоративная свинка. Первые экземпляры были выведены в 1950-х годах в Германии и США. Не так давно карликовые свиньи использовались для лабораторных опытов и исследований. Теперь их чаще заводят в качестве домашних любимцев, чему свидетельствует большое количество милых фотографий этих животных со всего мира, собранные в интернете. Характеристика карликовых поросят. Как мы уже знаем, история появления животных насчитывает более 50 лет. Первый экземпляр выведен в Германии, в потомстве от лесного кабана и знаменитой уже тогда вьетнамской вислобрюхой свиньи. Разведением этих животных занимаются многие страны. Стремления заводчиков сводятся в нынешнее время к тому, чтобы получить существо как можно меньшего размера – микропиг. Однако точных критериев в породе нет. Поросята появляются на свет с разнообразным окрасом – рыжим, черным, белым, в пятнах, пестрым, имитирующим мрамор или даже тигровым. В течение первых полутора лет животные быстро растут, в дальнейшем будут просто набирать вес. Взрослый экземпляр достигает отметок от 50 до 80 кг. Маленькие представители весят от 10 до 30 кг. Собственно говоря, это уже напрямую зависит от рациона хрюшки, качества питания и образа жизни. Крайне редко можно встретить животное весом от 6 до 10 кг. Продолжительность жизни карликовых домашних свиней составляет в среднем 15 лет при грамотном уходе и кормлении, при условии регулярных осмотров у ветеринара и прививок. Известны случаи, когда эти домашние любимцы жили до 20 лет и более. Выбираем породу питомца. Наверняка многие думали, что свиньи – это просто свиньи, и пород, и разновидностей у них нет. Так вот, это не так. За годы было выведено много разновидностей свиней, поэтому вам будет не так просто, если вы решитесь отдать предпочтение этому животному. Миниатюрная порода Bergstresser Knirt. Самки вырастают до 10 кг, самцы достигают 13 кг. Легко поддаются дрессировке, добродушны и преданы хозяину. Мини-майелина – карликовая разновидность. Самцы этого вида редко набирают до 10 кг, а окрас, как правило, черный или с белыми вкраплениями. При должном уходе и воспитании животные вырастают добродушными. Легко обучаются, но временами показывают шаловливый нрав. Считается умственно развитой из имеющихся разновидностей. Представители породы Визенау отличаются крепким телосложением квадратной формы, морда гладкая без складок. Весовая категория до 25 кг. Содержать такое животное в городской квартире будет затруднительно. Несмотря на размеры, поросята сообразительны и способны обучаться ходить в туалет. Геттингенский мини-пиги – близкий сородич вьетнамской вислобрюхой разновидности. Свинки имеют крупный размер, вырастают до 100 кг весом. Любят покушать, что служит причиной внушительного брюшка. Сибирская порода также отличается завидным аппетитом. Взрослые животные набирают до 50 кг, но у них нет такого большого животика, как у предыдущей породы. Выглядят изящнее за счет длинных ножек. Однако жировые отложения все же присутствуют, что позволяет им обитать в климатических зонах с большим перепадом температур. Необходимые условия для содержания. Ввиду небольших размеров мини-свинок часто приобретают для содержания в квартирах по вполне очевидным причинам. Свинкам это подходит. Животные обладают дружелюбным нравом и весьма разумны. По результатам исследований развитие мозга соответствует уровню 4-летних детей. Воспитывать мини-пиг несложно. У них хорошая память, поэтому со временем он научится распознавать команды и может даже приучиться к лотку, который должен быть достаточно широким и обязательно с бортиками. К сведению, не следует использовать наполнитель для туалета, так как животное может его съесть, а не только раскидать. От обычных, более привычных нам свиней, карликовые отличаются отсутствием сильного неприятного запаха.
но они также очень любят покушать. Поэтому сразу учтите, что придется жестко контролировать все, что попадает к ним в рот. Иначе есть риск получить серьезное заболевание или даже летальный исход. Также нужно будет обеспечить животному регулярную двигательную активность. Информация. Как и для любого живого существа, только появившемуся у вас в доме маленькому поросенку нужно время для адаптации к новому месту обитания, новой окружающей обстановке и, конечно же, к людям. Поэтому не стоит брать его сразу же на руки и акцентировать много своего внимания на новом члене семьи. Карликовые свинки – весьма активные существа, но нуждаются в месте для отдыха, поэтому нужно организовать для них корзинку, коробку или подушку. Для экземпляров крупного размера лучше отвести в личное пользование комнату. Эти домашние питомцы очень чистоплотны, поэтому им следует регулярно проводить водные процедуры, и не только с целью их очистки. Они любят плескаться, плавать и резвиться в воде. Для этого годится обычная ванна. Предварительно простелите дно материалом, который не позволит животному скользить. После водных процедур нужно смазать нежную кожу любимца кремом или маслом, чтобы поддерживать увлажненность. Важным моментом для жизни поросят служат активные прогулки на свежем воздухе. Осуществлять их надо не меньше 5 раз в неделю. При этом организовывайте питомцу подвижные игры. По достижению свинкой 2 месяцев можно приобрести для нее шлейку. Для прогулок посещайте не только парки, но и обычные улицы тоже подойдут, так как асфальт отлично затачивает копытца. Еще такой важный момент. Один раз в 2 месяца нужно подрезать копыта ножницами. Удалять следует только затвердевшие участки. В противном случае вы можете причинить боль питомцу. Если сомневаетесь в своих возможностях, лучше обратитесь в ветеринарную клинику. Чем кормить свинок и как часто? Это животное может употреблять в пищу все. Обменный процесс у свиней имеет схожую систему с человеческим. Вот именно исходя из этого, делаем вывод, что правильное питание для человека вполне подойдет для мини-пиги. К примеру, вот такой ежедневный рацион. На завтрак каша, приготовленная на молоке или воде. Обед – фрукты или овощи, можно тушеные. Ужин должен состоять из смеси злаков и кисломолочной продукции. Обязательно исключите из питания следующие продукты. Консервы и копчености, приправы и соль, сладкое, сдобная выпечка, грибы, капусту в свежем виде, корнеплоды, картошка, свекла и лук, кукурузные початки, объедки с человеческого стола. Следите за потребляемыми калориями у животных, они ведут к лишнему весу и росту, а запрещенные овощи способствуют проблемам с желудочно-кишечным трактом. Ни в коем случае не давайте свинкам ягоды, орехи, фрукты с косточками. Мнение опытных заводчиков. Мини-пиг – очень доброе животное, получает большое количество позитивных отзывов. Эти питомцы не вызывают аллергических реакций, что весьма хорошо для астматиков. Они могут спокойно сосуществовать с другими домашними любимцами, например, кошками, собаками, кроликами. Владельцы этих животных давно оценили их преданность и верную дружбу. Общаются путем тактильного контакта и различных звуков, что еще раз подтверждает их немалое умственное развитие. Хрюканье и визг, конечно, очень громкие, что подойдет не каждому, но мини-пиги будут верными спутниками на протяжении всей своей жизни. Конечно, не все так радостно относятся к поросятам, потому что они неловкие, неповоротливые и часто проявляют взбалмошный нрав. К тому же они, как и все прочие домашние животные, могут портить предметы мебели и технику. И большие размеры отдельных пород явно не подходят для содержания в небольших городских квартирах. Недобросовестный уход и игнорирование проблемы свинок грозит летальным исходом. И это подкрепляется высокой ценой. Но
Очевидно одно – карликовые домашние свиньи очень милые, умные, преданные питомцы, которые подарят семье много любви, радости и незабываемых моментов. Хрюшка Долли мини-пиг, свинка-балеринка, носит шляпу и парик, ножки не в ботинках, ведь копытца у нее будто бы пуанты. В цирке Долюшка живет, у нее таланты, но при этом так скромна. Звездная царица, дивно хрюкает она, славная певица. И пусть шея не тонка, талия подавна, у балетного станка Долли так забавно. Друзья, а как вы относитесь к такому домашнему питомцу? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Еще не подписаны? Обязательно подписывайтесь, а также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький уютный дом под названием «Земля».